Добрый день, хлопці. Друзья, всем привет. Марика поехала в госпиталь. Всем привет, вы на канале Сельчанка в Америке. Приехали мы к нашим родственникам на день рождения. И такое, ну, такое происшествие получилось сегодня нехорошее. Но я его расскажу, друзья, после, потому что сейчас мы пройдем немножко посидим, пообедаем. Сегодня Гениной мамы очень стало, в церкви очень стало плохо, друзья. Вызывали скорую помощь, то после я вам расскажу. Так, Яков, какие у тебя шорты? А Володя уже сверху пришел? Володя там наверху живет. Заходи, Давид, ты в эфире. Happy birthday! Всем приветики! На! Давай, сюда. Я ему дам. Подарочки мы, друзья, деньги передаем друг другу и все. Ой, какой красивый столик, я сразу засниму. Посуда Микаса. А Володя, чтобы не спрыгнул, я карантан. Как хорошо кондиционер работает. Как нема, машина есть? Володя уже давно приехал, поехал. Кто это у нас такой красивый? Кто это такой? Клевит? Клевит! Сразу. Так, скажи, давай бегу, пошел. Пока. Да. Конфеточки у нас здесь. Трубочки. Желе. Катруся, что помочь тебе? Что помочь? Всегда, друзья, всегда, когда день рождения, вот это, его некуда ставить. Все так. Хозяйка работает. Сейчас... Да. Ну, так оно всегда, потому что маленькая кухонька. Вот наш именинник. Так. Всем привет, Володя. Так, у нас здесь ребрышки, крылышки. Отбивные, Катруся, да? Что, отбивные? Да. Салатик Цезарь, красная рыбка моя. Салатик вот такой из капусты, картошечка молодая, голубцы и снова салатик. Так что все садятся. И там еще сладкий стол она будет ставить. Вот тут у меня на ручках. Удостоилась Ефрема подержать. Да, Ефрем, клубничку. И уже все сидят у нас. Еще Наташа не пришла. Вова, где Наташа? Пока придет, все сидят. Некоторых нету Оксаны, они на работе. Кто есть, тот и есть. Там еще дети едят. О, Ефрем так клубнику ест. О, хлопцы, какой у вас здесь праздник. Классный. Так прохладненько, хорошо. Ты хочешь туда? Да, смотри, хлопцам хочет. Я захожу назад. Ефрем, ты хочешь к детям, да? Там еще тортик в холодильнике есть. Красивый такой. Клубничку уже одну съел. Вот покажу, что сладенькое. Желе сделала. Вот такое классненькое. Ух ты. Красивое. Дынька. И вот тортик этот торт очень вкусный. Его все всегда любят. Он такой легенький, хорошенький. С желе и арбуз. Там их комната. Да, я говорю, не делай много, потому что оно все остается. Все эти сладости, все. Один тортик и как раз достаточно. Супер. Пойду немножко ей помогу. Помыть посуду. А что это Ефрем такой? Вот как он уже топит, топит, топит. Еще что-то не нравится. Что такое? Что такое? Такой деловой у нас уже, выбирает, кому идти. То они ее там зарезали в Москве, да? Спроси, что? И его посадили? Мамчика. И что? Где посадили? Да.
Давай. Давай. Все. Потім в одне время ти її сестри однією обвернулися, бо вона поїхала до баби туди. Баби, яке було золото, дала її. Все, сразу с ведром идем. Забрали для курочек, уточек. Лучше в багажник, Ген. И будем ехать уже домой. Крышка там закрывается хорошо. Нужно ехать к уточкам, кормить. И все такое. Дети уже уехали раньше. Ну что? Вот такой контейнер. Покушал, да? Перекусил. Да, уже контейнер, говорит, такого бы домой контейнера. Да, ставить всякие штуки. Пока, ребятишки, пока, едем уже мы. Так, приехали мы уже, друзья, домой. И смотрите, для меня знакомая одна передала вот такой пакетик. Они, как сказать, мне... Кому я продаю яйца, я всем говорю, чтобы они собирали эти коробки и обратно мне отдавали, знаете, из яиц. И она поставила возле машины нашей коробки от яиц и вот этот пакетик. Ничего мне не сказала. Сейчас мы, друзья, посмотрим, что у нас здесь. Я сразу поняла, что это какой-то подарочек, потому что она мне такие сюрпризы устраивает. Вау. Я уже увидела. Это тот человек, который смотрит... Ух! Который смотрит сельчанку. Вот это красотень! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Да что, не могу. Не могу, одной рукой не взяла. Вы только посмотрите на эту красоту, друзья. Как же красиво! Квачечка ты моя! И три цыпленочка! Нина, большое вам спасибо за такой приятный подарочек. Конечно же, я его в огород, на клумбу или куда-то я его ставить не буду. Он будет у меня стоять в доме. Этот такой красивый сувенирчик. Или в беседку. Но тоже так, чтобы не падал на его дождик. Какие красотулечки. Да, очень приятный подарочек. Красота. А курица-то какая, смотрите, красивая порода. Сама серая и хвостик золотой. Нужно таких еще найти, да? Конечно, шутка. Достаточно и тех, что есть. Вот опять прибавилась одна курочка и три маленьких цыплючка. Ой, как приятно. Спасибо вам огромное, Нина. Очень порадовали меня красотой такой. Вот смотрите, может быть, на улице будет лучше видно. Здесь солнышко светит. Конечно, у нас был дождик. Вот такая вода. Меня ставить сюда не буду. Ну что, интересно, что ж, лак уже видишь, вода уже не... Да, да. То всегда стол вставал просто да. Мокрый. Все. Впитывалась. Темный, так да. Вот вода не была вот так наверху, да. Видишь? Классно. Угу. Курочка моя красивая. Классная, да? Ага. Маты. Да, мамулечка. Не знаю, первое время, может быть, себе на тумбочку поставлю, да? Ну, а что ж такое красивое? И она такая легенькая. С чего она? Я не знаю. Стекло? Нет. Гипс? Не знаю, как... Ну, если разбилась, как бы... Да, да. Ага. Как пластик такой какой-то. Ага. Лаполи. Красивенький. Какая красивая курочка у нас будет. Так, иду разбираться. Что-то здесь павлинчик вытворял, мне кажется. Нужно посмотреть, может, что-то... Снова заклинило у него. Мы дома уже. Вечер у нас. Так. А со свекровью она
еще на emergency проверяют там. Пока, ну, все, сейчас уже все нормально, но не знаем, что там скажут, что оно такое было. Она потеряла сознание. Что-то стало плохо. Ой, полетел наш павлинчик. Просто полетел. Это мои красотульки. Немножко открою. Сейчас уже... Ой, какой у нас хороший дождик здесь был. Пока нас не было дома. Смотрите, какое мокрое. Девочки пускай выйдут немножко. Ну, Ген, они здесь. Они за сарай и сюда. Сейчас полчаса, и они уже будут заходить. А как ты утром малявок своих выпускаешь, а? Да. Вы в эфире. Телефон звонит тебе. Ой, то вот такое получилось сегодня происшествие. Переживательное, нехорошее, знаете. Ну, надеемся, что все будет хорошо. Да, Вандочка? Вандочка сегодня с Рексом здесь, потому что был дождик. Павлинки вас не обижают, да? То ведро, что Кате забрали с продуктами, которые я там всяких насобирала. Нету, вот все съели, пусто, все пусто. А что так боитесь, павлинчик гонял или что? Вот так эта порода кур, они очень крикливые, пугливые. Несутся где захотят, это нужно искать. А вот наш павлинчик. Так что, даст Бог, все будет хорошо. Все будут у нас живы-здоровы. Наша бабушка. Дай Бог здоровья, чтобы все было нормально, приезжала к нам, как и раньше. Пошел Гена в лес в шортах и с собаками. Рекса и Ванды не видно. Вот там немножечко. А я иду в огородик, но у нас был дождик. Уже 100 раз повторила, что был дождик, слава Богу. И немножко так мокрый огородик. Так, уже 2 огурца маленьких съела. И вот это в тепличке выбрала такие сегодня. Так. Та-ра-ра. Смотрите, здесь ничего не видно. Никакого ряда. Наверное, я не буду здесь шастать сегодня. Даст Бог, завтра. Доживем и проверим наши огурчики, что да как. Потому что и знаете что, и то всегда забываю эти одеть рукавицы, перчатки, рукавицы, там как оно правильно будет. Он всегда руки колет. Пойду просто. Иду уже назад с пустой корзиной. Пойду просто поем малинки. Очень люблю малину. Обожаю. И нужно картошечку будет уже на днях посмотреть. Может быть, уже можно будет сварить молоденькую. Да. Так что вот такие у нас сегодня дела. Отпраздновали день рождения Вити. Ну, жаль, что с свекровью так случилось что-то. Не знаем, что скажут, как там, что там с ней. Будем позже знать. Будут проверять, всякие тесты делать. Почему она потеряла сознание. Малинка у нас очень вкусная. Вот такая хорошенькая. Люблю сразу кушать. Главное, чтобы не пошли куры. Я ж как по-доброму выпустила, чтобы вот только здесь или за сарай побежали. Травки поели, может быть, там не такая. Гена говорит, чтобы на клумбу. Сейчас будут на твоей клумбе, говорит. Будешь убирать опять. Уже даже вот этих маленьких цыплят, они уже не маленькие. Они уже большие, их не нужно выпускать. Уже нужно приучать. Но как жаль, хочется, ой, пускай бегают, да?
красивенькие такие. Но придется. Может быть, уже завтра начать. Только гусики, чтобы здесь ходили, и все. А цыплятка пускай идут. Да, вот у меня курочка стоит, видите, одна вот там. А здесь вот есть у меня другая с цыплятами. Когда-то на гаражке купила. Ну, а ту, что мне подарили сегодня, то я не буду ту ставить на улицу. Она испортится, она очень красивенькая. Уже нужно будет... Уже моя подружка закрывает огурцы. Понемножечку, по чуть-чуть, говорит. Ну, у меня всегда как бы получается немножко позже, потому что я позже сею. У нас здесь, мы на хуторе таком. И хотя 30-20 минут от города, но как-то у нас холоднее здесь всегда. Ну, то я надеюсь, что скоро буду и я уже закрывать огурчики. Так после дождя хорошо, такая... Погодка замечательная, но как-то оно получили такой немножко стресс, распереживались за свекровь, потому что скорую помощь вызывали, приехали они прям к церкви. То самой даже как-то так голова болит сегодня, нехорошо. Но надеемся, что все будет прекрасно, все будет замечательно. Жизнь продолжается, и нужно жить. И бороться за нее нужно, друзья. Стараться. Вот какая большая курица у нас есть. Это прошлогодняя, да, прибежала, цыпля клюнула. Ой, малявка ты ж моя. Вот сейчас немножечко еще, друзья, времени, вот, и вы этого цыпленка не узнаете. Оно станет, как вот все куры. О, кто-то спрашивал у меня, где ваша орлица? И я, друзья, вспомнила, я даже сама, извините, пожалуйста, я забыла за нее. Была у меня такая, был такой маленький цыпленочек, которого оставила мама. Оно бегало само, я его кормила. Ну, кто со мной давно, тот знает. В прошлом году это было. Я ее кормила, того цыпленка, оно выросло и получилось. Я думала, будет петушок, но курочка. И такая, как орлик. Я думала сначала орлик, а получилась орлица, потому что девочка. Я ее сейчас не найду, не знаю. Она уже большая, где она? Это если бы так они уже будут спать в сарае, включить свет и тогда посмотреть, то, как страус какой-то побежала, то можно найти ее, да, орлицу. Орлица, затем Тами, Тамечка есть. Так, что-то я разговорилась очень много. Всем, друзья, спасибо за просмотры, что были с нами, и всем пока-пока.